происходит, знаете, что? Это у нас Борька. За то, чтобы его отпустили, как бы, не, за то, чтобы Славку отпустили, да? Дали планшет, надо дать Борьку один раз, да? А Борька это у нас чушка. Нет, подожди, честно, давай, показывай. Да? Да, показывай. Ну, показывай. Да. Нет, я не попробовал Борьку, не попробовал. Ты найди еще. Так ты будешь так делать, когда я так будешь лежать? Ну, чуть-чуть. Это у нас утренние игры. Чуть-чуть. Ну, ты еще можешь играть новую игру. Да, хорошо, новую игру. Давай. Выше. 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 Все, все, папа, все. Дайте планшет. Еще одну пульку. Еще вкусно попробовал. Попробовал. Планшет. Заслужил, да? Нет, я бульку хочу еще раз. На. Давай. На. Ребята, в общем, у нас с люстрой такая трабла произошла. Короче, чтобы не колхозить, надо вырезать, получается, кольцо больше. А чтобы вырезать кольцо, надо снять потолок натяжной, вставить закладную по-нормальному, потому что люстра очень тяжелая. Потом уже на закладную, как говорится, крепить люстру. И здесь, соответственно, вот этот колхоз, сейчас мы убираем. Получается, делаем вот так. Эта планочка будет. Ну вот, ребята, вот такая красота получается. Там у нас пойдет для тени направлено. Это здесь на стену чисто создавать фон. Красивенько так вот. Они ездят туда-сюда, можно регулировать. И сейчас приедут разбирать потолок. Ну что? Что делаете? В течение часа подъедут. Вот я выключатель вижу, посмотри. Ну я увидела. Да, прикольно. Классно, да? Ну все, ребят. Подъехали к нам по потолку, сейчас будут снимать, все делать, закладную, сейчас хотя бы посмотрим, что такое закладная, а то мне сказали сегодня, так, до конца все еще не понял, что это такое. Ребята занимаются самостоятельно потолками, ссылочку я под этим видео оставлю. У вас ВКонтакте еще Инстаграм есть, да? Да, Инстаграм, ну, сайт. Ссылочку мне скините, я добавлю. Просто часто у ребят видел рекламу в нашем микрорайоне. Вот решил позвонить. Срочно так это. И приехали буквально за час-полтора. Помогли мне в этом вопросе. Вот такой вот заморок с люстрой. Как видите, лампы уже стоят, работают. Прям даже видно, какой поток света хороший идет. Вот вам и дизайнерская люстра. Разобрано. Вот, ребят, что получилось. Вот такие вот потолки. Классные. Классные, да? Ну, так сделано, слушай, мне кажется, так-то пляп, да? Вот ребята делают по-нормальному. Обращайтесь. Ну, видите, какая ситуация. Делают большие дома, когда, наверное, так, лишь бы сдать. Да, конечно. Подешевле. Вот и получается, что тебя пляп делают. Отделка от застройщиков такая. Дыры вон там даже, видите, ребят. Для тараканов лазить. Ну, потом закажем ребятам здесь все это потолки поменять. Круто. Это уже была закладная до этого, да, получается? Вот это, то, типа тоже, да, закладной? Вот это вот. Ну, это поддатчик закладная. Поддатчик. А, нифига себе. Не, вот повышенная тут, что прям. А, вот, да-да-да, вот получилось, ребят. Вот такая закладная. Вот этой как раз и не хватало. А, сейчас будет красота, все будет. Ребята, кто бы, да, додумался, что из-за люстры ты такой перестрой. Вот, ребят, какая красота. Газеты.
Если честно, не ожидал, что вы приедете так быстро. Вот честно, очень что быстро. Вот так вот клиентоориентированные. Потому что, честно, мы думали, что сегодня не получится так быстро пройти. Я уже все получилось. Да. Вам, ребята, огромное спасибо. Вот такая ситуация. Цепляйте. Срочно, скорая помощь такая по потолкам. Все быстро. Да. Ребят, представляете, такая закладная выдерживает 150 килограмм, да, получается? Мы вешали в коттедже к люстре, вот они со второго этажа хрустали такие, на первый этаж спускаются, то есть, в принципе, без проблем. Мы вчетвером я держали эту люстру. Вчетвером, да, держали как бы. Один прикручивал, вчетвером держали. Офигеть. Вы ее прям собранную висели. Конечно, да, конечно. Да. Нет, просто я как бы тоже там, вешаю, я обычно... Там хрустали, хрустали 2.5 метра висели. Но. То есть я все вешаю снова и как бы рожки собираю. Там она уже как бы готовая была, ну, упакованная просто вот. А, то есть... Мы ее просто пакеты разобрали, она как бы сюда сюда растелилась. Красота. Ребята, паук начинает собираться. Такая вот закладная. Вот такой вот паук. Надо еще центровать ее. Да, да. Да, да. Офигеть, ребята. Представляете? У меня даже она в камеру не влазит целиком. Так вот, как раз для света. Не, на самом деле я объяснил, что она большая. Да. В этом ее как бы фишка, что она большая. У тебя везде съедет. Но она, то есть она может быть везде. Да. Она должна именно как тут на пол потолка вот так раз. Захотел себе сюда вернуться. Да, да. Ариша? Готовит мужчинам покушать. Разогревает. Сейчас, ребят, происходит центровка по уровню. Это дизайнерская люстра получается. И как нам пояснили, автор, получается, вдохновлялся настольными лампами, да, получается? Настольными лампами из Икеи. Вот так вот, ребят. Нам кто-то из подписчиков говорил, что взять настольные лампы. Да-да-да-да, было такое. Красота, ребят. Ребята, ну что, вот так вот все получилось. Такая вот красотень. Такой дает тут оттенок. Прям вы даже не представляете, как это прикольно выглядит вживую. Камера, к сожалению, передать вот здесь всю красоту, вернее. Вот просто не может. А? Почему не горит? Это ну, вот сюда, на холодильник. Иди посмотри. Марина очень сильно удивлена. А, да. Это... А оттуда-то будто бы она не горит, да. Не такой вернуто. Да, тебе вот специально свет так поставили, чтобы вот здесь-здесь этот свет был на раковину, чтобы тебе все глазки прям... Здесь тенечек все. Ох, ребят, какая красота. Прям вообще... Вообще красота. Над столом, смотрите, как ярко. Что делаешь? Улучшаем. Что улучшаешь? Инструкцию. Так, ты меня научил метод палочки? Ты мне не сказал. Ты сказал принести тебе палочки ушные, я тебе принесла. Ну, одна мне напомнила, почему. Я уже все руки в герметике. Сейчас ты чем занимаешься, получается? Улучшаешь? Сейчас, конечно, я хотел сырую ваточку всего лишь. Хотя бы не одну, хотя бы штучки три. Давай. Помоги мне. Значит, конструкция сделана так, что вверху, вот можете снять, вверху, вот так вот там видно будет, вот там вот. Видишь, идет проводок, и по нижней идет проводок. Кстати, когда джик, джик, и они перемыкают два проводка, и получается, работают. Так вот, зная нашу семью, что кто-то может залезть, протирая туда пальцем пыль, я пытаюсь заизолировать. Взял обычную
Получается, у меня есть... Что это? ...традиционного кабель-канала крышечка. Я вырезал ее. И получается, сейчас стиратели... Слава, где стиратели еще? Мне нужен стиратель, быстренько, давай. Стирателями из Пятерочки. Они мне помогают пока что герметик, чтобы замерз. То есть они просто как держат, да? Да, они сейчас поддерживают, а потом герметик, когда встанет, я их просто уберу, но в то же время эта сторона уже будет защищена. Проблем никаких не будет. Также я загерметил снизу, вот так вот. Потому что там идет кабель под ним, чтобы влага, когда готовится... Ой, спасибо, мой хороший, любимый. Чтобы когда готовится, влага не попадала. Вот так вот. Чтобы влага не попадала. Да. Короче, предусмотрел заранее. Я не люблю делать на так себе. Я знаю, что надо делать в нашей семье все заранее. И качественно, безопасно, потому что конструктивно, конечно, это удобно, что как бы повернул, все заработало, но если брать с техники безопасности, правда, оголенные там присутствуют. Ну, получается, сейчас они двигаться не будут, лампочки, да, по этой штуке? Да, я же настроил уже, мне, в принципе, больше не надо, чтобы не двигались. Я их настроил один раз, все хорошо, больше мне не надо. Они стоят ровно на тех местах, а еще установщик, когда устанавливал, он в этом месте поцарапал, поэтому оно как бы закрывает еще царапину. Ну и как-то вот так все у нас стоит. Поэтому будем сейчас лазить. Ох, с той стороны. Ну сейчас я, в принципе, покажу, как это делается. Так, надеюсь, тут герметик мне не попал. Вот такая вот полосочка получилась. Вот такая полочка. Это, ребята, еще есть стиратели? А? Стиратели еще есть? Есть. Давайте быстрее. Они, чем, Настя, с возвратом чем стиратели. Чем больше, тем лучше. Я их вам верну. А вот. То они, по-моему, их экономят. Да. Что ты их испортишь. Угу. Они собрались разыгрывать на своем канале. У них попалось несколько одинаковых. Вот здесь видно, та же фиолетовые, они одинаковые. Пока. Так, нам еще одна парочку сюда посадить, чтобы они прижали. Когда они прижмут, следующую как бы вот такую полосочку я потом сделаю вверху. Давай. Сколько тут? А мне как раз сейчас хватит. Знаешь, в качестве прижимателей. Не только стирателей, но и прижимателей. Все. Так, счастье, да? Пять. Два в руке еще один. Ну, а в руках остался, он не нужен. А, нет, он нужен. Еще надо одного с этой стороны. У нас как раз с тем так. Чего у нас кого-то не хватает? Давай быстрее. Желтых двух не хватает. Без разницы. А сколько по времени это будет сохнуть? Сейчас, два, три. Станет полностью через 24 часа. То есть ты вторую часть будешь через 24 часа клеить? Да, где-то завтра, послезавтра уже клеить. Ну, это безопасно. То есть, вот, как бы здесь я загерметил, чтобы пар, когда идет с мультиварки, выключатель, здесь была дырочка, как бы проводки переходили контактные. То есть, чтобы не окислялось ничего, чтобы не замыкало нигде потом ничего. То есть, чтобы таких вот проблем еще не было. То есть, я их сейчас, как бы, заранее, так сказать, устраняю момент. Ну, и также говорю, что пальцем туда не залезли, протирая. Никого током не ударилось. Это опасно ведь. Так что вот, такие вот дела. Сейчас здесь отрежем. Получается у нас... Так, здесь у нас получается вот так. Но тут надо будет вырезать канавочку. О, малыш. Спасибо, дорогой. Это лишь вам мысло. Так я верю, молодец. Так, сколько их у нас тут? Тут висит 5, 6, 7, 8. Тот край у тебя получается без герметика? Почему без герметика? Я просто как бы там внутрь герметик не садил. Я не знаю, как бы вот герметик, он не должен быть электропроводимый вот состав, но на всякий случай я стараюсь на контакты не попадать.
Винтика много не бывает. Стяжка. Сейчас мы все это красиво уберем. Ну, вот посмотри, вот тут как бы уже его не видно. В принципе, герметик. Я вам сейчас замажу все красиво. Вот полосочку видно, которую Саша приклеил. Вот она. Отлично все. Все красиво. Надо же, чтобы оно как бы было красиво, не только функционально, так сказать. Ну и красиво, чтобы не бросалось в глаза колхоз. Чтобы тут колхозим. Ну, мы все равно колхозим. Колхозим, так куда выбиваться? Если производитель не побеспокоился о безопасности моей семьи. Хотя вроде это Италия. Сколько я помню, да? Нет, Италия это вот эта верхняя лампа. Да, так это вот эта Италия. А это, по-моему, нет. Да, это не говорит, что Италия. У нас там соседи проснулись, лялька. Скоро у нас тоже прибавится. У нас, короче, у нас вверху лялька. Потом за через стенку лялька родился. Ждут еще одну ляльку. И у нас лялька. То есть, короче, здесь это атмосфера лялек. Короче, команда целая футбольная растет, я так понял. Ну, не у соседей, у нас девочка будет с нами в один месяц. В одно время, причем мы ждем. Сосед, короче, караулил, когда мы будем думать. Они нас смотрят, привет. Красавчик тоже. Работает, правда, много. Так что у нас у малыша подружка будет. Угу. Саша по соседству. За стенкой. За стенкой. Ага. Принцесса за стенкой. Так, а первый матч, да? Да. Защитник. Так. Ну и все, в принципе. Вот такой вот получился... Небольшой колхоз. Так, уже. Гляди, как все это дело выглядит. Гляди, как все красивенько, все классненько. Угу. И, по крайней мере, я ушел от такой проблемы. Там сверху можно снять, как я вырезал. Чуть-чуть. Ну, я не дотянусь, живот не мешает. Вот здесь. Вот там. Так, в принципе. Вот так, приподними. Вот так. О, там все аккуратненько как вырезано. Все. В принципе, от лаги, от рук защита стоит. Все, можно, в принципе, как бы это пользоваться спокойно. Вот включается вот так. Все, ребята, здесь для тени, здесь просто подсветка стены, как бы, чтобы от стены отыгрывал свет. Здесь именно для тени. Здесь эти, как их называют, стиратели из пятерочки. Там еще одно стиратель, чтобы он прижал. И сюда еще одного стирателя, чтобы он прижал. Угу. И все, вот у нас стиратели помогли из пятерочки. Пригодились. Пригодились, да. Настя, можешь на свой канал записать, как использовать стиратели. Настюха, слышишь? Да. Можешь на свой канал записать, как использовать по уму стиратели. Она уроки делает. Будет прикольно.